Всем привет! Небольшое видео решил снять отдельно по поводу беспроводной зарядки. Нужно понимать, маркетинг это или все-таки уже некий новый тренд, который будет использоваться во многих камерах и прочих устройствах. Так. Зарядку я взял Xiaomi 20-ваттную. Специально купил для камеры, так как телефон у меня без поддержки беспроводной зарядки, поэтому как таковое мне это устройство пока на данном этапе не нужно. Вот, посмотрим, как и что они тут сделали. Вот, маркетинг это все-таки или нет. Так, попробую так сделать. Прикладываем нижнюю часть. Видим, зарядки нет. На левую часть зарядки нет. На верхнюю часть зарядки также нет. На правый бок. Как видим, вот зарядка пошла. Вот здесь тоже на экранчике можете видеть. Убираем, нет зарядки. Ставлю, есть зарядка. Вот таким образом можно сделать вывод о том, что чтобы использовать зарядку, вам камеру нужно ставить на правый бок. Таким образом. Не знаю, насколько это будет удобно. Вот таким образом поставили. Зарядка у нас пошла. Не знаю, насколько быстро будет заряжаться при таком способе. То, что она есть, это хорошо. Насколько это будет удобно, но это каждый сам для себя решит. Вот, как по мне, было бы удобнее, конечно, класть на либо на такую, на нижнюю плоскость, которая больше по площади. Ну, в идеале, конечно, ложить экраном вниз. Вот, правда, возможно, этот способ будет несколько сложней. Только хотел сказать, что заработала зарядка при таком положении. Вот я положил ее на стекло. И как мы видим, значок зарядки идет. Но это на самом деле не потому, что это прекрасно работает в таком положении. Вот, а просто ответ у нас вот такой. Камера просто зависла. Зависла непонятно от чего. То ли от того, что она стояла на беспроводной зарядке, или просто прошивка, возможно, сыроватая. Вот, ну, дальше посмотрим, как они будут ее обновлять, как это все будет работать, насколько это будет все удобно. Вот, и насколько это быстро будет заряжать устройство. Ну, пока я считаю, эта функция не особо себя оправдывает, не особо это удобно. Давайте сейчас покажу, как происходит зарядка, если камера выключена. Ставим. Все. Индикация пошла. Ну, хоть это сделали. Это уже как-то можно будет идентифицировать зарядку. Угу. Походу перехвалил. Чуть-чуть поморгала, и дальше она не идет. Опять потрогал. Все, опять. То есть анимация идет несколько секунд, и дальше непонятно, идет зарядка, не идет зарядка. Так. На переднем экране будет индикация или нет. Нет, на переднем экране ничего у нас не отображается. Поэтому, если вы хотите наблюдать за тем, как идет ваша зарядка, вам нужно ставить на правый бок и экраном к лицевой части, чтобы вы видели. Да, получается, анимация только несколько секунд идет. Ладно, поставлю, протестирую, как она зарядится в таком положении и идет вообще зарядка после прекращения анимации или нет. Ну, оставлю ее примерно на час. За час обычно, ну, час-полтора это обычно достаточно для того, чтобы батарея зарядилась полностью. Так, прошло полтора часа, анимация больше так и не появилась. Сейчас попробуем, как зарядилась батарея или вообще была ли зарядка дальше.
Так, камера очень прилично нагрелась. Сейчас посмотрим, какая температура. 43,9, 44 градуса. Не знаю, напишите в комментариях, нормально ли такая температура для аккумулятора. Сейчас, наверное, попробую замерить саму батарею. 51,7. Очень прилично нагрелась батарея. Не знаю, нормально ли такое повышение температуры при беспроводной зарядке. Напишите в комментариях. Вот. Или может это сыроватая все-таки или прошивка, или вообще такой тип зарядки. Поэтому не знаю, посмотрим, как это будет дальше работать. Так, включаю. Ну, показывает полный заряд. То есть, в принципе, зарядка прошла успешно. Батарейка показывает, что заряжена полностью. Плохо, что, конечно, индикации никакой нету. Получается, анимация пропадает. И хотя бы какая-то лампочка загорелась, там, зеленого или синего цвета, что показало бы, что зарядка уже завершена. А так, конечно, небольшая получается недоработка. Беспроводная зарядка по факту есть, и она вполне себе работоспособна. Что могу сказать? Все же остается предпочтительней вот такая старая проверенная схема. Это такая зарядка на два аккумулятора и, собственно, два или больше запасных аккумуляторов. Это будет надежнее, быстрее, чем стоять и искать оптимальное положение. Не дай бог, чтобы она не упала или ее может зацепить домашнее животное или сдуть ветром, я не знаю, еще что-то с ней произойдет. Или она зависнет и зарядка не пойдет. То есть это пока проверенный, самый проверенный и надежный способ. Поэтому пользуйтесь, наверное, им пока. Если видео было для вас полезным, ставьте лайк. Бесполезным ставьте дизлайк и напишите в комментариях, что вам не понравилось. Любые комментарии оставляйте под видео. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока!